Так вот в том и смысл, а Боже, не я. Не я спасаюсь, Бог меня спасает. Не я размышляю, Бог мой ум. Не я чувствую так, Бог мое сердце. Уже не я живу, но живет во мне Христос, как говорит апостол Павел, и к чему стремились все святые на земле. Уже не я живу, но живет во мне Христос. И только Он есть истина, только Он есть чистота, только Он есть любовь. Не я. Да прекратим уже лицемерить, какая я любовь, какая я чистота, какая я истина. Я грязь и смрад. Вспомните каждый свою исповедь. Ну какая там любовь? Какая там чистота? Какое там... Спрятать бы это все, чтобы со стыда не сгореть.